Дженсен, мне нужно срочно с тобой поговорить. Встретимся в моем офисе. Фрэнсис, я бы с радостью, но сперва нужно доложить шерифу. Можешь так и поступить. А можешь сперва выслушать меня и посмотреть, не изменит ли это что-нибудь. Конец связи. Глазам своим не верю, Дженсен. Концентрационный лагерь прямо посреди Детройта. Все должны быть в полной готовности. Таггарту могут угрожать не только сторонники модификации, но и противники. Думаю... Чего надо? Неприятно это признавать, но мне нужна твоя помощь. Тот сигнал, который ты отрубил на территории трущоб, был активен почти целый год. Хочешь сказать, что кто-то извне имел доступ к сети компании еще до первого нападения? Я здесь 7 лет проработал, Дженсен, и эту схему доступа я вижу в первый раз. Ее создал Дэвид Шериф специально для того, чтобы обойти фаервол. Вскоре после того, как твоя бывшая подруга предложила нанять тебя. Он что-то скрывает, и мне кажется, пора выяснить, что именно. Простите. Мистер Дженсен, Билл Таггарт. Я не поддерживаю то, что вы и ваша компания делаете с человечеством. Мистер Таггарт, вот что мне любопытно. Чего вы хотели добиться, приехав сюда сегодня? Мне казалось это очевидно. Ваша компания стала жертвой насилия. Необходимо остановить кровопролитие, но я боюсь этого не случится, пока мудрые, понимающие люди не придут к соглашению. Технология модифицирования угрожает изменить направление эволюции человечества, поставить под вопрос самоопределение человека. Ясно. Спасибо, что просветили меня. Всегда пожалуйста. Вы помощник Таггарта, да? Доктор Исайя Сэндевелл. Вы заметный активист в своей области, доктор Сэндевелл. Если бы вы видели то, что видел я, вы бы тоже стали активистом. Мой друг... Эти ваши модификации сломали ему жизнь. Зависимость от нейропозина. Психоз отторжения. Технология принесла нам физические и психические заболевания. Но о них редко услышишь. Мне кажется, это все есть в литературе. Да, но отнюдь не благодаря юристам корпораций, которые только и мечтают замять эту тему. Афина, ты уже давно работаешь в этой компании. Но я знаю, что от тебя ничего не ускользнет. Адам, мистер Шериф думает исключительно о процветании компании. Я в этом не сомневаюсь. Разве? Не стоило мне начинать этот разговор. Да, действительно не стоило. А теперь прости, но у меня много дел. Босс, нужно поговорить. Перед тем, как нанять меня, вы создали личный канал доступа в обход сетевой защиты. Босс, вы передали через этот портал большой объем данных до того, как приняли меня на работу. Возможно, Причард параноик, но, признаюсь, мне тоже интересно, что это было. Если я не хочу делиться с тобой информацией, значит, на то есть основания. У компании свои секреты, сынок. И работа Меган была важной их частью. Босс, 6 месяцев назад наемники знали об этой компании больше, чем я. Воспользовались этим и обошли все средства защиты. Мне все равно, что у вас с Меган за секреты, но я хочу быть уверен, что это больше не навредит. Ладно. Слушай,
На самом деле, этот канал связи был предназначен для частного сыщика. Того, кто собирает и проверяет факты о человеке и его прошлом, о будущих работниках, вроде тебя. Я отправлю тебе файл и сам увидишь, что он раскопал. Но я бы на твоем месте хорошенько подумал. Почему? Что вы имеете в виду? Иногда прошлому лучше оставаться прошлым. Возвращайся, когда закончишь. Поговорим. Нам нужно обсудить, что делать дальше. Афина говорит, вы с шерифом разговаривали. Он не объяснял случайно, зачем он выставил нас идиотами? Пытаюсь выяснить. Я сделаю то, что давно было пора сделать. Прослежу, откуда идет сигнал. В общем, загляни ко мне, если что-нибудь найдешь. Это тебе. Корпоративный биометрический паспорт. Возможно, в Китае нам повезет больше. Так что давай. Фарида уже готовит вертолет. До встречи. Они ищут новых людей. Access granted.
Access granted. Granted. Давайте обсудим реальную правду, друзья мои. Дело не только в сепаратистском движении, но ради бога! Это из-за Калифорнии у нас по улицам бродят суперсолдаты с имплантами? Это из-за ФЕМА может в любой момент бросить вас в концлагерь? Access granted. Длинная подстава в длинной череде подстав, которые нам устраивают с Первой мировой войны, когда банки, правительство и военная индустрия вдруг понимают, хитрёна вошь! Мы на этой войне деньги лопатой будем грести, только... Access granted. Access granted. Вы быстро забыли, что именно это они и делали во время холодной войны, чтобы защитить вас от коммуня. А после 11 сентября, чтобы защитить ваши задницы от некоего иллюзорного Бен Ладена. Помните такого? Ну а теперь что? От мормонов вас защищают? Ха! Это же тактика запугивания, все просто. Вы должны бояться своих соседей. Малик, сколько это все займет? Ты про перелет или про веселье после? Не волнуйся, ты и пикнуть не успеешь, как мы уже на месте будем. Давай, залезай.